улице без названия. Почему где-то было? Мы по ней как-то проезжали много миллионов лет назад. Здесь было наводнение. Вот там речка, она разливается и происходит вот нормально, да, везде номера стоят, главное. А названия улицы и нету. Потом, естественно, если я буду выкладывать, я потом... Ой, Юнатов, слава богу. Улицу Юнатов не переименовали. Это у нас у товарища там есть небольшая база по улице Юнатов. Мы, если честно, хотели тут найти колонку. Нам надо в воду набрать, чтобы полить цветочки во дворе. Ну, придется... из дома принести. Просто из дома, видите, там с этажа надо таскать. А эта улица называется... Скалистая. Точно? Да, он магазин Скалистый. Молодец. Даже логическое мышление. Там загадка такая вчера была. Нарисован слон и водолаз рядом. Это такой ребус. Что это обозначает? Слон, море, водолаз. Ну, море, водолаз. Догадайся. Водовоз какой-нибудь. Сдаешься? Да. Морской слон. А? Ну, они еще сказали, что морж тоже морж подходит, оказывается, потому что два клыка. А сегодня у нас 25-е, да? Да. Июля. Пока вы сидите возле телевизоров, отдыхаете, мы-то, видите, не отдыхаем. Мы вот сегодня на даче... Сколько ты, 5 ведер лишних собрала? За все время? Да, не, вот за сегодня. 3. А сегодня 3. Вот смотрите, как сельхозжители работают, молодцы. Вот у них сопровождающий, такой автомобиль и такой автомобиль. А вот эту, покажи вот это, а вот мы уже не успели. Вот это поле, мелиорация, как сказать. В общем, оно, видите, болотистое, покажи. Вот с него будет делать поле. Там сейчас роют канаву. Роют канаву, и потом сток воды. Всю воду уберет с этого поля, и они будут. Или шмелинник, или осинник. Видите, там они лазят вот там. Сейчас он меня укусит. Вон он. Короче, не укусили они меня. А я наступил. Ну, нечаянно. Вот попробую определить, что это логово. И еще среди ежевики попадаются осы-муравейники, а еще дикая малина попадается. И вот она, ежевика. И вот она, это я уже съел. Много ее там на земле. Она когда кусты слабые, все кусается тут. Тут миллион, собирай, жизни не хватит. Дили меня это осы, скорее всего. Я думаю, кто там... Я вот сейчас ежевику собираю, а они летают. Ну, конечно, это осинник там. Как вентилятор прямо возле ноги. Как не ужалили, еще удивительно. Там и в муравейник можно наступить. Так что с ежевикой колючая, надо за листочки ее подымать. Ну, вкусная. Снимаю вам ежевичник. Очень полезная ягода. Ну, вот так она выглядит. Всякие одиночные, но они очень вкусные. А вот россыпь ее, например, вот здесь, смотрите, вот так вот она падает. Вернее, кустики падают, видите? Ну, как я говорил, малина поспела, значит, ежевика тоже. Это вот возле ульбы. Всем здравствуйте. Это у нас... Таргинская, Таентинская, в общем, дорога на Самарку осенняя, но еще сентябрьская. Итак, 22 октября в истории. Робертино Лоретти родился 22 октября 1946 года. Ну, известный такой замечательный эпизод в фильме «Я шагаю по Москве» Данелия. Очень уважаемого мною режиссера, когда подходят эта банда, там Михалков и Польских, подходит покупатель и спрашивает,
Альбертиной есть? Она говорит, нет. Он спрашивает, почему? Подрос. Да, кто не знает, это исполнитель замечательный итальянских, таким довольно-таки подростковым, замечательным голосом песен. У нас пластинки были у моих родителей. Ну, а из красоток 22 октября 1943 года родилась Катрин Денёв. Посмотрите, сразу настроение улучшится. Сара Бернар. Правда, в 1844 она родилась, но она дожила до 1923 года. Ну, а самая красавица — это Валерия Заклунная, сыгравшая роль в фильме «Место встречи изменить нельзя». Ну, кто она там, жена Джигарханяна, да, который играл роль Горбатова. Родилась 15 августа 1942 года, умерла на 22 октября 2016 года. 22 октября 1926 года родился, ну, замечательный актер Спартак Мишулин. «Белое солнце пустыни», вспоминаем фильм. Кстати, у человека 3 двойки в дни рождения. Ну, как бы никто не знает, хорошо ли это, плохо. Этот год у нас не очень. В 1870 году родился первый нобелевский русский лауреат по литературе, писатель Иван Бунин. Я с удовольствием слушаю его аудиокниги. Ну, а умер 22 октября Георгий Вицин. Ну, его фильмы всегда поднимут настроение. Кстати, умер 22 октября 2001 года, а родился 5 апреля 1917 года в революцию. В 2012 году, именно сегодня, вышел в эфир фильм «Кухня». Вот в этом дурдоме всем советую смотреть, чтобы вообще от всего отдохнуть. Можно смотреть и делать им еще дела. Ну, такой неплохой действительно фильм для отдыха. В 1922 году последний солдат из интервентов покинул Дальний Восток. Тоже не забываем, да, именно 4 двойки в дате, и интервенты покидают СССР. В 1842 году Густав Фаберже открывает свою ювелирную мастерскую в Петербурге. Но не стоит, наверное, в такую дату с 3 двойками открывать что-либо, потому что, ну, потом судьба его достаточно печальная во время революции. Можете почитать историю ювелирных мастерских Фаберже. Это он делал все яйца, николашки, пасхальные яйца, бриллиантовые и так далее. В 1966 году, именно сегодня, СССР запустил спутник «Луна-12». 1702 год. Петр I взял крепость Нотербург. Штурм продолжался 13 часов. Гарнизону и местному населению дали возможность без проблем уйти, кто хочет остаться без последствий абсолютно. Но солдат, которые струсили при штурме крепости, казнили, естественно, смертной казнью. Они были кошельмованы, то есть проведены сначала сквозь строй, и им заплевали лицо. Но затем, естественно, расстреляны. А, кстати, пулю надо было заслужить. У кого были награды, те были расстреляны 4 человека, а 8 человек было повешено. Не дай бог война.